Открытие реконструированной поликлиники для Чачерска – знаковая подея. Слово «реконструкция» не раскрывая усяго масштабу проведенных работ. А старой поликлиники у этом будинку застались только стены. Все остальное – звонку и внутри, от даху и до подлоги – новое. До реконструкции поликлиника была в жалостном стане, а зараз тут навод находится приемно. До того же стало больше зручно, особенно выделили жаночую дитячую консультации. Мы уже давно ждали этого ремонта, у меня как двое детей. Мне вот здесь особенно понравилось детское отделение, что вот регистратура вот лично для детей, не общая. А лишь самое важное для жихару района у одноуленной поликлиницы – сучасное обсталявание и новые медицинские послуги. В этом объекте аховы здоровья обслуговывается около 14 тысяч человек. Зараз для их стали доступны многие медпослуги, яких ранее у Чачерску не оказывали. Делали упор на развитие малоинвазивных методов исследования, поэтому мы закупили колоноскоп, бронхоскоп, лорендоскопы, закупили новое место врача-офтальмолога. Оборудование, которое, конечно, позволит населению Чачерского района проходить диагностику и лечение основной патологии на базе нашего учреждения, что исключит, в свою очередь, и поездки в областное учреждение. Адрамонтованный будинок медустановы различены на 300 наведываний у змену. Огульный объем укладенных у реконструкцию сродков больше за 3,5 миллиона у последеноминационных рублях. Увод у эксплуатацию поликлиники относится до третьего пускового комплексу реконструкции Чачерской центральной районной больницы. Этот процесс ожитявляется поэтапно, и работы будут протягиваться. На этом объекте удалось сэкономить денежные средства. Общая сумма экономии составила около 9 миллионов рублей, и эти денежные средства будут направлены на следующую очередь на данном объекте. Планируется, что это будет проектно-сметная документация по реконструкции пищеблока. Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель, Чачерска.